Добрейшего времени суток. Сегодня мы попробуем одну старенькую игрушку. Попробуем на момент... Господи. Попробуем на момент, играбельна ли до сих пор, как бы стоит ли в нее играть и так далее. Ладно. У нас тут есть компания. Так, для начала про саму игру. Собственно, была такая Sniper Elite от знаменитой некогда Rebellion. Ну, той самой студии, которая создала Aliens vs. Predator 2000 или Classic. И Aliens vs. Predator 2010. Ну, не Classic. Вот. Еще она что-то делала по вселенной Судьи Дредда. Ну, там такая себе была непонятная... по графике, по крайней мере, на сегодняшний день. И, в общем, в последнее время занимается самокопированием Sniper Elite. То есть, симулятора снайпера. В общем, на этом фоне выросла зомби-армия, которая использует механики, физику Sniper Elite, но при этом вводит нереалистичный элемент в виде зомбарей. Типа, операция План Z. Вот. Я так понимаю, что первые три части, они были с этими проводниками, сопровождающими к Sniper Elite. И поэтому они так, как стендалон DLC, да, отдельно взятые. Ну, как в этом... Wolfenstein Old... Короче, к New Order был DLC, никак не могу вспомнить что-то. Old что там... И вот четвертую часть зомби-армии они сделали совершенно уже по-другому, как бы самостоятельно все дела. Ну вот, но попробуем поиграть в эти первые самые. Чё там далеко бегать? Вот. Ого, у нас тут одиночная игра. Хотя вот смотрите, когда мы выбираем персонажа, есть эти... Товарищи из Left 4 Dead, как бы намекая, что это кооперативная бойня. Но такое ощущение, что это вообще не обязательно. Потому что, вот, смотрите, выбирать сложность, вот. Время воскрешения, вот, для одного игрока, там, все такое. То есть, совершенно не обязательно играть коопом. Я так понимаю, как бы это скорее такое по фану было создано, которое превратилось в отдельно стоящий бренд. Вот. Сейчас у тех же Rebellion есть такой же похожий продукт под названием Strange Brigade с похожими механиками, возможно, не знаю, что там с физикой, взял-то она из Sniper Elite или нет, но в общем-то по трейлерам видно, что это все продолжение темы зомби-армии. Вот. Ну, доит корову пока горячо. Кают пока дает молоко, да. Давайте выбрать главу, самое первое, первый эпизод первого момента и начнем. Граната, растяжка, все дела. Газ, динамит. You have arrived at an abandoned village en route to Berlin. Давайте я возьму вот эту вещь. Потому что я не понимаю, как все остальное. Короче, неважно. Вот Мосин. Да. Пойдем поработаем русским товарищем Борисом Медведевым. А глазенки прям как в этом самом. Как в Back 4 Blood. Судорожный стон. Ха-ха-ха.
Прям Макс Пейновщина такая. Страх и ужас мы приносим людям. Самый лучший снайпер. Ну, товарищи полегли. Полегли. Что-то у нас такое. Чувак, ты дышишь еще страшнее, чем сами зомбари. Ёкарный бабай. Ребята, у нас тут что-то многовато. Вот, к сожалению, уже третий раз такая херь, и я, наверное, после этого не очень хочу возвращаться в игру. Оно стабильно падает. Вот так вот тяжело душа. Ладушки, спасибо за игру.